Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить Скайрим. Вот теперь у нас следующее задание здесь, неподалеку находится. Погнали в него, а тут... А, вот тут дорожка есть, я думаю, как тут пройти-то. Тут болото, если не ошибаюсь. А тут лесопилка. Давай откроем эту лесопилку, да. Пусть будет на карте, на всякий случай. Может пообщаться с кем-нибудь здесь, а? Как думаете, тут есть кто-нибудь? Во! Чего тебе надо? Не, спасибо, невеста, не хочу покупать пока. Нет, мне не интересно. Погнали. Через эту воду. Да напрямую, что тут? Молочиться. Да, правильно думаю. Да, правильно я думаю. А вот тут что-то есть такое. Что за камень, интересно? Рыб, что нифига не видно. А где моя... Опа, крабик. А, нет, это мне послышалось. Ну, короче, не особо хотелось их тратить. Во. Нет, спасибо, не надо мне. Прогуляем сюда вот. Вот это что такое вообще? Тролль, блин, а? Да ё-моё, блин. Да ё-моё, ты... Я застрял, блин. Спасите меня, Лидия, ты где? На тебе, вызывайся, ё-моё, а. Убей его. Тролль, Павел, такой крепкий у него, блин, а. Чё ты там летаешь-то все, убей его, а. Надя Павла. Длинным фигней, блин, а. Чё у него в нём, интересно? Жир тролля. И стрелы. Ну ты даешь. Хоть лечиться я умею. Ну погнали дальше. По лоту, блин, нарвался. Нашел, где лазить мне. В болоте тролли, а? Здесь недалеко это знак-то, ё-моё. Изменить зато прокачал, это сам главное. Так, вот он здесь рядом. Это олень, он меня не тронет нифига. Вот он. Опа. Чё за камень? Знак ученика? А чё он даёт? А у меня с собой книжки нет, нифига. О, корнирно. Без неё никак. Ну погнали теперь, когда на квест этот. Посмотрим, что тут хотят, я так не знаю об этом. Посмотрим, что есть здесь. В этом задании. Мы еще не были... В каких городах-то мы еще не были? Мы здесь еще не были, это 100%. Здесь еще не были. Если не ошибаюсь. Здесь были и здесь еще. И все. Ну, особо я не заходил вот сюда вот. Ну, там будем мы. Успеем еще походить. Мы еще не выбрали, какую сторону будем воевать, но это потом только будет. Это только все потом. Сначала, ну, сначала я так гильдию еще пройду. Ну, этот магов типа того, можно сказать. Потом эту. И что тут такое? Что это такое? И все.
И сюда обязательно надо идти. О, а я думаю, не надо сюда идти, нифига. Того. Камень, а это что такое? Что за мечта? Типа нарисовано, что ли? Нет, это мне интересно. Давайте часик подожду. Лидия-то. Это одна из старых руин? Да, Лидия, погнали. Меняемся. Ну, как вообще, когда мы зайдем, тоже сохранится, автосохранение будет. Ничего там страшного не будет. Ну ладно. Так, пойдем. Опа, она ни на что нажала случайно. На это нажал, фигово. А смогу тут слышать. Тут что-то не то. Слишком много мертвых. Моя Лидия. Тоже в духе продолжаю. Костяной коготь. А мне его нету. Великий камень душ, отчуми. А тут что делать надо? Вот так что сделать надо? А тут змеи, да? Что-то мне не нравится нифига. Костяной что-то надо еще найти. Ловушка. Это фигня. Иди, ты, спасибо тебе большое. Просто замечательно ты делаешь так это. Так, это берем. Нет, это брать не буду и нифига. Ну, удивительно, нифига. Вот это, похоже, посильнее, ё-моё. Вот так тебе. Готово. Разрушение магии как-то покруче. У меня еще стрелы не такие вот. Только почему-то временами у меня магия пропадает, я не понимаю. Мана. Непонятно вообще куда и чего. Видео, а ты что там делаешь? Че, все, ловушка, больше не уйду отсюда, что ли? Нифига ты поднялась. В воздухе ты умеешь летать, види. Так. Искать ей приключения. Отмычки я возьму. О, книжка какая-то. Возьмем одиночное оружие, прокачалось. Иди, прикиньте, я единое оружие. Ой, одиночное оружие прокачал. Не стреляйте из нее. Что-то я не понял. Все, тут больше ничего нету. А, вот тут такая фигня, короче, собака зарыта. Глубоко. Супер. И нафиг это надо делать. И как отсюда выбраться, выйти? Я прямо за тобой. Эй, че ты, не надо это мне. Супер ловушка. Блин. Погнали, иди. Мы наверху теперь. Там уже рядом где-то. Вот он, чудо-юдо-рыбакит. Вот костяной, у него коготь. Вот это берем.
Короткие. Вес один всего лишь. Что, ловушка будет или нет? Опа-на! Дружки, здорово! Приперлись. Отмычку я обязательно возьму. Так. А, Лиди, ты здесь уже, ё-моё, я испугался, что ты не пойдешь нифига. Так, чё мне дальше делать-то надо? Прочитать его вот это, что ли? Типа того. Часть вторая? Ну, конечно, кому интересно, прочитайте. На паузе. Так. Пойдем дальше. Готов. Да, короче, понятно где. Адепт. Опа, рядом. Да ладно, бог с ним, отлично. У нас пока мне пока 91. Многовато. Так, дремерская. Знаю я. Иди ко мне. Я прямо за тобой. Я хочу обменяться. Я с радостью понесу твою ношу. А тут есть лимит к тебе или нет тебе лимита? Я это не понимаю. Одежда. Вот это. Во, вот другое дело. Теперь ты у меня дремером будешь. А, ничего страшного, если не случится. Вот 20 ну золото. Супер. Она золотая. Люблю, когда так делаешь. Они при этом не двигаются нифига. Чё тут не то? Где, откуда? Сзади? Может, не видел тебя нифига. Так, тут что-то не то. Нифига себе. С первого раза разгадал. Из четырех. Нашли чем пугать, блин. Так, не, вот это я возьму. Обязательно. Это я обязательно возьму. Пускай будет этот еще сражаться со мной. Ну, вместе со мной, точнее. Что за фигня? Где? Что за фигня вообще? Как ты там все вообще сражаешься-то? Лидия, мочи его. Разрушение качаем до 42, уже остал чуть-чуть. Тут еще что есть? Так, тут что такое? А где тут рычаг? Кто надо тронуть? Оно проблема, я не знаю рычаг. Было бы нормально, если бы я знал рычаг здесь, что тут делать. Здесь я не понимаю, что тут делать. Это рычаг. Это по-любому туда вниз. Да? Не, это не вниз. Это была ловушка. Так, змея. Кит. Драугеры, блин. Уничтожены уже. Бега топор ты меняешь постоянно. Давай, подлечимся.
птица. А чё собака зарыта? Так, тут змея, кит. Змея, кит, змея, кит, змея, кит. А я фиг узнаю. Даже и тут змея. Вот так вот. Тут кит. А там что будет у нас? Да ё-моё, бля. Бег туда сюда, блин. Тут змея как заходишь. Тут ворон. Как заходишь, змея. Всё. Тут у нас кит, а тут ворон. А я фиг узнаю, какой стороной ты именно. Вот так, что ли? По идее, таки должно быть вот так вот. И что, нажимать теперь на эту фигню, что ли, надо, да, опять? Да, вниз идем дальше. Все ясно, пойдем. Где пусть сделали, а? Только не воду, а. Такой мужик брутальный. Так, это готово. Чё тут? Что-то было, я не помню. Не, спасибо, таких мечей мне не нужны. Какие мечи мне не нужны? Того. Дримерская броня. Что-то странно. Дофига их стало. О, а там вот этот камень, слышь. Я прямо за тобой. Я тебе новую броню еще нашел, такую же. Дримерскую. Так, где она? А, это прям слишком тяжело. Понятно, есть ремит. Увы, ее тут надо выкидывать. Эх, жалко. А там еще какие-то фишки-пушки будут по-любому. Так. А я думаю, что-то погасилось. Слишком легко и просто, блин, оказывается. И пока ты встанешь, ты уже сдохнешь, блин. Так и валялся здесь. Не, спасибо, мне ваше неинтересно. Ксену муку я возьму вашу. Мне пригодится она. Так, так, так. Так, мы уже здесь. Так. Предметы. Разные, да, вот здесь находится, если не помню. Костяной. Как на него посмотреть-то, ё-моё? Я его не помню. Приблизить. Так, два орла. Какая-то фигня там. Непонятно. Что это такое? Дракон, что ли? Два орла. Да, фигня какая-то. Поднимемся. Да, быстро. Погнали. Долго ты спускаешься. Вот и мы здесь. А тут еще не конец. Тут битва. Сейчас будет битва по-любому. Вот так делаем. Вот так делаем. Сохранение и входим. Ну что, босс? Нет еще босса. Ну да, он и есть здесь. Без этого никак. Я и говорю об этом. Вот он, главный. Я
Так. Зелье восстановления маны. Чё за фигня-то, ё-моё, почему так? Чё-то я пью её, она как-то... Офигенное у меня зелье получается. Я не прочитал, она... От яда я ещё получаю этот... Минус глобальный. А, он сдох, всё. Чё ты глюканутый какой-то, ём, видал, как глюканутый был, а? Вот глюканутый был, чё это такое? Вот это что надо? А, ну всё, ну понятное дело. Иди, иди ко мне. Я прямо за тобой. Блин, не я то. Я твоим услугам. Так, оружие. Давайте оружие скину. Вот это обязательно. И вот это вот. Все. Больше мы особо больше ничего не можем с собой таскать почти. Это уже фигово. Где это палба? А что с ним надо делать-то, я так не помню. Что там я еще нашел-то? Да я не понимаю. Нифига стас сколько стоит. Я не понимаю, к чему он мне на самом деле. Грамота какая-то. Еще какая-то грамота. Да фиг с ним грамоты. А, вот Павла. Какой-то он вообще дурацкий на самом деле. Ну, победили мы его. За эту фигню. А что дальше делать? Я не понимаю. Слышь меня? Он пустой весь. Он весь пустой. А... Вот это делать. Хранимся. Во, это я согласен, Крик. Новый выучить. Мороз, морозное дыхание. Это что, к моему или нет, а? Так. Тремерская булава. Норские ненужные, фиски, лук, нифига себе здесь. Золото, кольцо, это посох времени. А вот и фиски, лук, уже некуда. Так. Видео ничего сделать не можем. Так, имперский лук я выкидываю. И орчий лук, нет, посох по-любому нет. Вес 0-0. Вообще ни о чем. Так, зелье. Вот это зелье нафиг. Я не знал, что это такая фигня она. Тоже выкину. То же самое. Вот так вот. Все здесь оставляем эту фигню. Иди. Так, магия. Крик. Не, мороз дыхания. Единая форма здесь, видите, как? А тут единое дыхание. Перезарядка 60 секунд, а там вот столько 6 секунд. Чё тут, дримерский ручный метод. Прикольно было бы, на самом деле. Надо нам всё напродавать, на самом деле. Ну чё, выходим отсюда. Больше делать нечего нам. Сохраняемся. Чёрт, что это такое? Нет, спасибо, не надо. Вот и я здесь, да? Помню это. Да-да-да, вот тут его мы взяли.
спускаемся вниз, идем сюда. Вот он выход, да? Да, вот он выход. Скорим, наконец-то мы здесь. Что такое за фигня? Фиг узнает, да? Ну ладно, неважно. Опа-на. У меня какая-то... Так, давай пойдем в Вайтранчик. Давно здесь я не был. Кстати, что у меня в руках есть, продадим. А что, идеи тоже есть, тоже продадим. Ну, мы продадим это. Постепенно продавать получается. Потому что... И что тут толпа какая-то собралась, а? Региону всегда были нужны сильные, а, это имперские. Даже, а это куда мне надо еще? Что-то я юмора не понял. А где это? А тут продолжение идет. А я не знал. Но заодно продаться надо все. Так, сейчас время такое раннее. Туда сходим тоже. Так. Мне надо комнату. Хорошо, она твоя на день. Супер. Я спасибо. Покажу тебе твою... Не надо мне показывать, где я спать буду, ё-мо. Значит, так. Только 8 часов. Давай поспим по 2 часов. 19 день уже у нас. Фред даст. Я не знаю, день какой это на самом деле у них. Вот. Дай мне знать, если тебе... Да. Иди, погнали отсюда. Охрана в Айтране ужасна. Просто куром... Да-да, знаю я тебя. Так. Чё? О, работает. Все как всегда, нам сказку будет рассказывать. Найдется что-нибудь. Все. Кто-то зовет мой товар. Да-да-да-да, я один назову тебя. Это сокровище. Так, вот. Вот это вот. Бери на здоровье. Это не продам тебе, это тоже не продам, а вот это... Они вообще не весят ничего, нет, эльфийские тоже не продам. Так, одежда, нет. Это я, может, разберу. Вот это продам я. Продам. Тоже продам. А, у меня нет денег уже. Увы. Вот на это есть себе? Да, есть. Уж запас сил. Так, мать, черный маг. Тоже продам тебе. Ой, и кольцо с гранатом тоже продам тебе. Все. Это я не продам, нифига тебе. Заходи. Так, у меня... Что-то освободилось, мне еще увидите, идите. Ё-мо, это дурдом полночный. Ну ладно, в следующей серии мы, скорее всего, пойдем туда. Может, ну да, вот это может как раз и туда сходим. И еще плюс это продадим сначала первую серию. Покупать что-нибудь будешь? Или как обычно? Я просто прицениваюсь. Если боги будут... Ну, что тут? Кто-нибудь жалится надо мной и подаст. Да и фиг с тобой, ё-мо. Пообещай, что тогда ты что-нибудь... Ну а давайте всем пока, всем удачного дня. Продолжаем следовать, увидимся в следующей серии. Всем пока.